Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. В преддверии семинара 2 октября «Работающие продажи технологии привлечения пациентов через интернет» я хотел бы рассказать вам несколько тезисов, которые я освещу на семинаре. Итак, первое. Существует на самом деле три самых эффективных источника привлечения пациентов. Это подтверждают и данные международных агентств, как TNS Gallup Media или Ramir, и других крупных агентств. Первое – это пациенты по рекомендации, второе – это наружная реклама и какая-то реклама около клиники, на том же доме или флаге и так далее. И привлечение пациентов через интернет. Следующая – маркетинговая деятельность, она планируема. Должен быть, конечно же, план в составе плана продвижения компании на период. Он может выглядеть примерно так. Создание сайта и так далее, дополнительные работы, подключение телефонной линии, проведение пробной рекламной кампании в интернете, например, Google плюс Бегун, потому что бюджета там меньше и можно прощупать аудиторию. Или вот на сегодня еще такая новость, что все-таки реклама продвижения на Фейсбуке коммерческая, она получается дешевле примерно раза в три, чем директ на Яндексе. Дело в том, что Яндекс.Директ просто хорошая площадка для более прибыльных сфер и более высококонкурентных. А стоматология в данном случае, у них бюджеты на самом деле серьезные, редко когда встречаются. Поэтому нужно пробовать рекламу на Фейсбуке, это очень хороший пример. Ну и так далее, различные виды активности. Если компания уже более сложная, план может быть вот таким вот и так далее. А еще один пример, что, конечно же, надо всех поздравлять с праздниками и важными датами события года. И вот таким примером вот может быть перечень праздников. Это все мы тоже будем разбирать. Следующий момент, который я хотел бы сказать вам, это то, что социальные сети не имеют никакого смысла использовать по отдельности. Они имеют каждые свои особенности и инструменты продвижения, но их нужно использовать только вместе. Это даст тогда, во-первых, кумулятивный эффект, который в том числе подчиняется закону больших и малых чисел, что с увеличением инвестиций у нас вот эта кривая прибыли, она возрастает больше вверх за счет того же кумулятивного эффекта. Поэтому золотым рецептом я считаю следующие компоненты. Первое – это видеохостинг на YouTube. Это мощный инструмент от компании Google. Если вы хотите чего-то еще, добавьте сюда Vimeo. Но он платный, можно только на Vimeo сидеть, но его меньше смотрят все равно. Это Яндекс.Видео и Mail.Video. Второй компонент – это социальная сеть ВКонтакте. Третий компонент – это социальная сеть Facebook, конечно же. Четвертая социальная сеть – это Twitter. И пятая – это кто-то может выбрать для себя Live Journal, те, кто много пишет, есть хорошие копирайтеры и тексты. Или могут те, кто хорошо фотографирует, выбрать Instagram. Вот это набор компонентов, которые нам надо подготовить для того, чтобы вообще заниматься продвижением в социальных сетях. Тогда этот инструмент, точнее, та экономическая машина виртуальная, которую мы создали, она будет приносить деньги и пациентов. Следующее, значит, имеет смысл разделять весь контент по социальным сетям. Ну, то есть мы не пишем одно и то же во все. Мы посты разные распределяем, допустим, жизнь в клинике, фотографии – это администратор с пациентом, или мы в кабинете фотографируем работу, или техники нам привезли, коронки мы их меряем и так далее. Это все ВКонтакт. Видео обучающие – надо зубы чистить так, имплантаты, гарантии на все услуги и прочее. Вот это все, что должно разжевываться, должно делать сотрудниками компании на канале в YouTube. Следующее – это информация какого-то научного характера. Это фотографии до-после, более развернутые случаи клинические по определенному порядку и сценарию с требуемым набором фотографий для того, чтобы можно было из этого потом делать журналы, в том числе печатные для клиники. Это, конечно же, Facebook. Twitter, он показывает то, что происходит на сайте, мониторит короткими сообщениями. Это, по сути, фильтр. Люди, которые себя отмечают в Твиттере, они фильтруют определенных людей, которые о чем-то пишут конкретном.
Следующее. На что должна быть направлена стратегия продвижения? Первое, конечно же, на развитие и укрепление сайта и привлечение трафика на сайт. Чем больше людей ходит на сайт, тем больше людей, соответственно, будет звонить. Это первый инструмент увеличения звонков. Второй – это увеличение качества и количества контента, который мы вообще везде распределяем и распыляем по социальным сетям и сайту. Следующее – это количество в социальных сетях различных друзей, лайков и прочих индикаторов. И следующее – это выгода от прямой рекламы. Например, реклама на Фейсбуке, да, как уже вот, тоже я попробую в ближайшее время покажу, так и контекстная реклама Яндекс.Директ, Google AdWords, Бегун, реклама ВКонтакте таргетированная и так далее. Поэтому что нам нужно иметь для минимума платформы? Нам нужен сайт, который, да, по, как мы уже выяснили, контенту, функционалу и удобству использования у нас есть. Это аккаунты в социальных сетях, 5 основных, можно 6. Это количество друзей, расширение, добавление. Значит, для этих целей лучше всего использовать фрилансеров, они вам быстро группы набьют. А второй инструмент – это за счет сотрудников можно всех их подключить, создать им аккаунты. Люди имеют порядка 3-4 аккаунтов в среднем в различных социальных сетях. Это очень здорово, потому что если им будет нравиться участие в этом всем, вы будете как-то поддерживать их интерес, там, стимулированием финансовыми или нет, или какими-то внутренними программами, потому что сотрудники – это внутренние клиенты. Их надо укреплять, чтобы они работали более активно. И следующее – это, конечно же, контакты и пациенты реальные. Значит, мы можем собирать базу писем для того, каким образом, за счет проведения конкурса. Допустим, фотоконкурс. Называется он «Моя улыбка». Запустили в интернет страницу, везде раздали ее, сняли короткий видос. У вас есть какое-то количество людей. Можно из внутренних, можно из своих пациентов, если их не хватает, совсем мало. Вам конкурс надо провести в любом случае. И определяя победителя потом в итоге по фотографиям, конечно же, вы получаете какое-то решение. Но все, кто участвовали, они сдали адреса почты или все те, кто голосовали. Потому что в форме обязательно указывается при регистрации, что должен быть адрес электронной почты от пользователя и имя. Ну все, я много записал уже. В общем, все буду рассказывать 2 октября. Приходите, будет интересно. Отзывы все читал. Спасибо. В общем, выводы я тоже сделаю. Отличного всем дня.